Я это канал Принцесса Кандис. Сегодня я буду показывать свои рисунки, а потом уже распаковывать вот такую вот рисовалку. Рассказ. Любимый герой. Тут нарисованы Пинки Пай, Спайк. Я сегодня буду только рассказывать Спайка и Искорку. Тут я еще некоторые цвета, вот, например, мне понравился фиолетовый для кожи Искорки. Я не буду смешивать, я вот попытаюсь что-нибудь тут найти в своих красках. Вот. Ну, например, что-нибудь такое. И еще я хотела показать вам сразу свои рисунки. Сейчас, беру все. Вот. Покажу. Вот, это с первого. Это я еще когда мне не снимали, рисовала, поэтому... Я так рисовала, еще не очень. Я рисовала Свити Белль, такую вот. У нее уже есть знак отличия. Кожу я раскрасила карандашом. Обвела ее, ну, волосы. И все. Ухо у меня треугольное, немного получилось. Тут я рисовала Apple Bloom. Она у меня красивая, немного получилась. Только она мордочка, у нее красненькая оказалась. У нее тоже есть знак отличия. Кольцо, когда в мультике она выпила зелье, у нее много знаков отличие стало, и бантик подрисовала с хвостиком. Вот, это я называла принцессу Лесси, не очень получилось, морда не очень, пузико, крылья и спайк. Такой смешной получился. Дальше. Хотела я вам очень классный рисунок показать. Сейчас. Вот, это я его только что нарисовала, недавно. Вот, в общем, у радуги выпали зубы. Ой, не могу... И, в общем, ей поставили скобки, и все так хотят посмотреть на ее зубы, как они там растут. И вот еще один рисунок. В общем, тут маленькая Рарити с такими вот волосами, без знака отличия и без рога. Тут Рарити с такой вот сложной гривой, я ее долго рисовала, с красивым таким глазом и с уже с знаком отличия и с рогом. Тут Рарити уже в будущем, с крыльями, с рогами, с короной, с такими волосиками пышными и с хвостиком. Знаком отличия, и она у меня как будто ходит. Вот. Маленькая смотрит на большую. Ну, начну распаковывать. Вот такая коробочка миленькая. Тут нарисована Пинки Пай, она нам как будто говорит раскрас любимых героев. Тут возраст 30+, а мне 7 лет. Вот. Тут они закреплены такой вот штукой, ну, не знаю, как она называется, и спайк. Вот. У них там нет зрачков, поэтому я сама, мне придется этой кисточкой аккуратненько делать зрачки. Дальше перевернем мы нашу коробочку. Она очень красивая, мне нравится. Тут нарисована Флаттершай с крыльями и с таким милым глазиком спайк, такой смешной прям. И Пинки Пай с искоркой. Вот, сочетание цветов. Красный плюс желтый равно оранжевый, желтый плюс синий равно зеленый, красный плюс белый равно розовый, синий плюс белый равно голубой, и последнее синий плюс красный равно фиолетовый. Начну распаковывать коробку.